Слава Украине, привет всем от Полонского. Сегодня очень интересная новость из так называемой России, друзья мои. Значит, ихнее министерство убийства, или как оно там еще называется, министерство обороны, вдруг ни с того ни с сего опубликовало такие данные, что они попали в Днепре во время ракетной атаки вот этим Искандером по цеху по производству. Вот я сейчас дословно не могу сказать, но они сказали цех производства беспилотников. Чтобы вы понимали, это та самая ракетная атака, которая шмякнула по двухэтажке, по маленькому этому домику в пригороде Днепра, недалеко от Днепра. Абсолютно жилой дом, где 20 человек было ранено, где, если я так не ошибаюсь, 3 человека было убито, среди них двухлетняя девочка. Наверняка эта девочка была, с точки зрения Российской Федерации, нам туда, наверное, оператором дрона. Я не могу объяснить, понимаете, вот эта людоедская логика российских этих бандитов, что они себе думают, как можно вообще, зная абсолютно точно, что ты попал в здание абсолютно жилое, причем, ну, скажем так, мягко говоря, пожилое здание, где никогда в жизни не было не то, что там операторов дронов или производства дронов или еще какой-то чухни. Вообще никогда там никакого бизнеса даже не было. И вот им кажется, что это... То есть они лгут, что было. И самое паршивое то, что есть люди, которые этому министерству, их так называемой обороны, верят. Нет слов. Вот, собственно говоря, с кем мы имеем дело.